Антон, довольны ли вы результатом с Салтаем? В принципе, не проиграли, это хорошо. На выезде ничья. Дома победить постараемся. В принципе, нормально. Как вам команда Алтай? Ну, команда, сами знаете, все, наверное. Готовится выйти в вышку, мы тоже посмотрим, кто сильнее. Как встретил родную из Каменогорска? Из Каменогорска лучший город. Великолепно. У Кайсара есть шансы показать хорошие результаты в будущем? У Кайсара все для этого есть, и мы постараемся сделать задачу. Выйти в высшую лигу. Спасибо.